Завтра некоторые улицы города временно перекроют. Ограничения на движение автомобильного транспорта введут в местах проведения мероприятий, посвященных Дню России с 11:30 до 18 часов для автомобильного транспорта закроют проезд по проспекту Ленина от улицы Советской до улицы Плюснина во время движения колонны роллеров и велосипедистов перекроет участок Архангельского шоссе от Карла Маркса до Ленина и проспект Ленина до площади Победы с 11:30 до полудня будет ограничение движения и на яграх с 11 до 16 .00. нельзя будет проехать по улице Мира от улицы Гоголя до улицы Свободы исключение сделано для автобуса номер 15 он в это время будет ходить по отчетной стороне улицы Мира.